Меня зовут Иван Нестор, я из левого блока, и я очень обеспокоен пенсионной реформой, даже не сколько самим законом, сколько реакцией людей. Люди даже не понимают, что повышение пенсионного возраста – это обречение на смерть до выхода на пенсию многих граждан этой страны. И это повышение пенсии на 1000 – это цена. Цена за безработицу миллионов, повышение трудового рабства и понижение заработных плат. У этих людей, тех, которые урезают нам пенсии, зарплаты, зарплата от 300 тысяч, пенсия от 150, и им не понять, что значит для нас эти кровью заработанные деньги. Люди даже не понимают, что 8-часовой рабочий день, профсоюзы, бесплатные и качественные медицины и образование, равенство в правах, пенсии – все это результаты борьбы их предков во время Великой Октябрьской революции, во время Великой Отечественной войны. И все это они сейчас рискуют потерять. Ведь если человек перестает бороться за свои права, он рискует потерять их вовсе. Левый блок – это не столько организация или какая-нибудь партия, сколько коалиция. В ней нет лидера или какого-то командования. Все решается на местах. Это объединение людей, которые считают себя социалистами, анархистами, коммунистами и всех левых движений. Эти люди поражаются против несправедливости, против этой буржуазной системы. И хоть у нас и разные взгляды, разные представления о будущем, мы не пытаемся объединить все это под одну гребенку. Наоборот, радуемся этому разнообразию взглядов и политических мнений. Ведь благодаря этому можем выбрать самое лучшее и самое правильное решение из вариантов множества. Я считаю, что нам нужно начать бороться, потому что если мы сейчас позволим им сейчас себя ограбить, потом они повторят это ровно столько раз, сколько мы им это позволим, ровно столько раз, сколько им это потребуется. Мы должны начать будить в людях гражданскую ответственность, солидарность, совесть, в конце концов. Мы должны начать принимать участие в всем этом движении, ходить на митинги, участвовать в штабах и в акциях штаба «Народ против» и в других иных формах борьбы, в забастовках, массовых демонстрациях, участвовать в распространении агитматериалов, а самое главное – бороться с телевизионной пропагандой. Зомбоящик уже долгие годы отупляет народ этой страны, превращая его в послушное стадо. Я понимаю, это весьма трудная задача – привлечь кого-то из числа своих друзей и близких на это движение. Но начните хотя бы с того, что убедите их перестать смотреть Первый канал, Россия-24 и тому подобные пропагандистские каналы. И помните, если вы сейчас не отстоите свои права, у вас их будут забирать. Также я приглашаю вас на акцию 16 сентября. Акция будет. И будет в любой форме. Заявка подана на шествие и митинг. Я от лица левого блока приглашаю вас принять участие в наших акциях, пикетах и агитации.